Итак, друзья, наверняка нам известна ситуация, когда все хотят получить прям танк, но никто не хочет платить реальные деньги. В сегодняшнем видео мы покажем, как решить эту проблему. Для этого нам надо открыть наш браузер. Зайти по адресу www.boostex.com. Здесь появляется кнопка «Скачать программу BoostX», которая является эмулятором операционной системы Android для нашей Windows. Программа занимает около 304 мегабайта. Я не буду ее закачивать, так как она у меня уже установлена. Итак, друзья, мы успешно установили программу BoostX, после чего зарегистрировались с ней. После этого мы можем ее открывать. Справа мы видим окно прямых трансляций. Мы можем его закрыть, оно нам не нужно. Открываем программу в полноэкранном режиме. Далее переходим в Play Store. Ставим курсор в поисковик Google Play и вводим Golda для танка. Оно открывает нам множество приложений, которые все нам не нужны. Из этих нам понравилось только два. Первое — Golda для танков, которая реально приносит голду. И вторая — бесплатный премиум для игр. Итак, мы заходим в программу BoostX. Открываем нашу программу Tanks Gold. Здесь мы видим количество нашего золота заработанного. Надо набрать 100 золота, чтобы вывести на аккаунт World of Tanks. Далее мы нажимаем выполнить задание. Здесь мы видим два варианта. Первый — это устанавливаю приложение, получай золото. То есть вы устанавливаете приложение, за это получаете золото. Второе — просматривай видео и получай золото. Нажимаем выполнить задание. Итак, ребят, я не стал показывать вам все рекламные видеоролики, так как YouTube может заблокировать пользователя. Здесь должно быть их 10, то есть они появляются буквально через каждый час. Переходим в следующее. Выполнить задание. Итак, мы видим здесь множество игр, для которых просят выполнить несколько пунктов или просто загрузить и запустить приложение. Итак, когда вы пройдете вот это, через буквально через час появляется множество новых заданий. Итак, буквально в месяц вы можете вывести более 3000 голды. Итак, я просмотрел 10 видеороликов, и теперь мы возвращаемся назад. 53 из 100. Нажимаем кнопку «Обновить». И что мы видим? 62 из 100. Итак, друзья, с этой программы вы поняли, что за сутки можно выводить более 100 голды. Если умножить на 30 дней, далее не буду объяснять. То есть любой прем-танк ваш. Итак, друзья, с этого видео вы поняли, что можно вывести голду совершенно бесплатно на ваш аккаунт World of Tanks. Но есть еще один нюанс. Когда вы нажмете кнопку «Вывести», когда у вас здесь наберется 100 голды, обязательно укажите ваш логин, то есть ваш email, зарегистрированный в World of Tanks. Кому понравилось наше видео, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на наш канал. Снизу под видео я оставлю ссылку на скачивание программы эмулятора, а также оставлю реферальный код при установке игры, который вы введете
и сразу же получите на свой аккаунт бесплатное золото.